В Доме культуры села Ома завершается капитальный ремонт. Основная часть работы уже выполнена. Сдать объект подрядчик планируют до конца октября. Александра Литкова продолжит. К капитальному ремонту Дома культуры в селе Ома подрядчик приступил в мае. На время реконструкции здания 20 творческих и любительских объединений и учреждения временно разместились в здании колхоза. Мы работаем, мы проводим сейчас мероприятия на улице, мы проводим мероприятия онлайн, малыми группами в помещении проводим, мы находимся в здании колхоза сейчас, как бы мы мероприятия проводим. В здании 1968 года постройки это уже третий капитальный ремонт. Подрядчик компании СМП-83 ведет работы как снаружи, так и внутри здания. Без замены останется отопление, которого не было в проекте. Произвели работы, демонтажные работы полностью внутри здания. Это полы, стены. Монтажные работы – это утепление стен наружных, черные полы, утепление полов, фанера, линолеум. Потолок конструкт, новая вся электрика, наружные двери, внутренние двери все новые. Кроме того, строители обновили сцену, а также установят у крыльца подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сдать объект строители планируют до конца октября. Напомню, плановые ремонты в сельских учреждениях культуры проводятся в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование распределено следующим образом. 62% федеральные средства, 38% региональные. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».